На стадии 1-8 нет ответных матчей, поэтому все должно было решиться в Полевском. Наши футболисты начали с места в карьер и уже на первых минутах встречи могли открыть счет. Гостей спас офсайд. На 18-й минуте у Трубников снова был отличный момент для взятия ворот гостей, но первоуральцев выручил вратарь. А уже через минуту судья назначил пенальти в ворота полевчан, и Александр Киселев развел мяч и полевского вратаря по разным углам 0-1. Трубники практически всей команды устремились отыгрываться, но реализация подводила. Концовка первого игрового отрезка прошла по диктовку команды гостей, их счет устраивал, и они спокойно контролировали мяч на своей половине поля. В перерыве болельщиков на трибунах прибавилось, и они гнали своих футболистов на штурм ворот Динура. Второй тайм начался атаками первоуральцев. Наши футболисты пытались навязать борьбу сопернику, но атаки не проходили. Динуровцы постоянно перехватывали мяч. На 70-й минуте за игру рукой в своей штрафной ворота полевчан назначен пенальти, но наш голкипер спас команду, переведя мяч на угловой. Игра выровнялась. В середине второго тайма произошел спорный момент с попаданием мяча в руку футболиста гостей, теперь уже в их штрафной площади. Но на этот раз судья нарушения правил не усмотрел. И все же в концовке встречи в ворота гостей был назначен пенальти, который уверенно реализовал Владимир Фидлер. Основное время матча завершилось со счетом 1-1. Дополнительное время команды проводили на встречных курсах, на кону стоял выход в 1/4 и отделял от этого всего один забитый гол. Во второй 15 минутке Динур сумел второй раз поразить ворота Северского Трубника, тем самым оформив путевку в следующую стадию Кубка области. Для апреля, я считаю, первая игра у нас, по сути дела, была. Я думаю, что и были, конечно, моменты у нас болезнь. Брак в передачах очень много, в первом тайме особенно было. А так, в командном духе, так вот, как бойцовские качества, я думаю, что ребята проявили. Большое спасибо им. Оплошность, и как бы из ошибок же складывается игра. Единственная ошибка, дополнительное время, привела. У меня чутье было, что выиграем, потому что у нас вратарь очень опытный. Сейчас он, прошел школу советского футбола, еще в Уралмаше стоял, парень. Очень опытный, я думаю, что мы могли бы выиграть, если бы пробивали точно, но не дошло.